Под самый финал концерт народов Ли и Мяо подарил нам еще один аудиообъект для акустической карты острова Хайнань. Звук, пищащий на всю округу. Сразу интересно, сразу разберемся. Скажите, пожалуйста, для чего вообще свистели с помощью листьев? Определенно нужно просвистеть, чтобы признаться в любви. Вы женаты? То есть вы, когда с ней познакомились, вы просвистели ей мелодию? О, все заметили, как засветился наш свистун? Есть что вспомнить? Есть. Король свистун свистит с помощью листа фикуса. Надо тоже попробовать. Тем более, угрозы нет. Карман пуст и до вечера не предвидится изменений. Можете меня научить? Я очень хочу научиться. Нет, я как бы... Как? Сломался первый музыкальный инструмент. Хорошо. Погодите, мы у нас в России играем на других листьях. Сейчас, минуточку. Я вам покажу. Сейчас я сделаю, ребят. Сейчас, минуточку. Ну что ты будешь делать? Как бы не облажаться-то. Ну это было «Если б знали вы». Вот из той фразы. Сейчас. Нет. Вот здесь, господа, мне баранка. Ничего не получилось. Свист народа Ли. Именно так заносим на карту. Это высокодецибельное искусство. Мы будем рады, если ты подпишешься на канал Большого Чемодана и прямо сейчас отправишься с нами в следующее акустическое путешествие.